Итак, площадь трех вокзалов. На шпиле, шпиль башни украшен звездой. Слева здание, современное здание Ярославского вокзала. Без, ну, будем считать, без 15 час. И выходной день, поэтому здесь, наверное, народу все-таки не так много. Не каждый может себе позволить приехать просто так в Москву на площадь трех вокзалов и пройти с камерой. Ваше утверждение по поводу малого количества людей? Ну, это малое количество людей. Это малое. Когда люди и на работу, примените раз. Итак, площадь трех вокзалов. Вот прямо передо мной красавец Казанский вокзал. И сейчас камера смотрит на здание Ярославского вокзала. Здание Ленинградского вокзала, тоже после реставрации. Вот это называется площадь трех вокзалов. А до 1933 года... Комсомольская площадь все-таки, да? А это в 1933 году название получила площадь. В 1974 году я вступила в ряды Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Комсомольская линия, первая метро. 1933 год. Первая линия. Это что, сегодня футбол? По всей видимости, да. Так, продолжим. Галстук было носить неловко, стыдно, потому что такая высокая барышня. И я убеждила всех, что я достойна вступить в ряды ВЛКСМ раньше, чем мне исполнится 14 лет. Что я и сделала. Но мне сейчас неловко. А что нас связывает с фабрикой «Большевичка»? У тебя было два костюма в жизни. Вот второй костюм свадебный – это фабрика «Большевичка». Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот это «Большевичка»? Да. Прям «Большевичка»? Здорово. Нет? А вы меня обманули? Нет, ну здание, здание большевичка. Большевичка, да. А я думала... А форвард – это экипировка сборных, сборных команд России на чемпионат мира и Европы вообще. А у них своего нет? У них вот. Классика у них. У них классический магазин. Видите, как вот мы приедем в Москву, понаедем в Москву и узнаем, что вот тут такие магазины есть. Но цены такие. Футболка 2400. Это серьезно. Вот и дождались наш автобус, на котором должны проехать где-то минут 45. Министерство сельского хозяйства здание. Предлагают жить на Садовом. 2 километра до Кремля. Большими буквами написано. Европейский архитектурный центр «Авангард». Thank you.
странно приимный дом Шереметьево. Шереметьево. Надо будет почитать. Шереметьево. Шереметьево. Да. Титная бульвар. Свободы, да? Пока сердца для чести живут. Все, уже все положено. Мой друг, отчизне посвяти меня души прекрасной. Если шляпу держит в руке. Да. Какая-то она и по моду, что ли. Товарищ Ве, зайдет она, звезда приметного счастья. Россия взглянет это сна. И на обломках самовластия напишут чьи-то имена. Наш. Понял?